курочка снеслась. Сегодня покажу вам, как я делал вот такой сборник автоматически. Все размеры будут в видео. Крепление от этих цепей. Яички здесь. Сегодня первый день поставил. Вот ситуация, да. Вот 25 сантиметров. Это 36. И это 45. Вот две штуки. 44-43,5 у меня. И 29. Это будет самый низ. Они вот так будут стоять, яички по ним будут скатываться. Вот, это задняя часть. Размер у нее 62,5 на 53,5. Дальше. Верхняя часть 62 на 31. Это передняя часть. Здесь потом будут два отверстия для входа кур. Они туда будут заходить. Размер ее 63 на 36. Вот таких три. Вот это середина и две боковые. Можно их все три сделать толстые. Но я сделал боковинки тоненькие. Размеры 53,5, 44. Ну и здесь 30. У меня 29,5. Вот это будет открывашка. Вот здесь будут яйца лежать. Мы их будем брать. Она размером 62,5 на 15,5. Ну и это вот 62,5 на 12. Вот две прикрутил. На одну вот эту и на вторую. Средняя у меня будет из ДСП. Поэтому я на нее не стал ничего крутить. Я прямо в ребро буду. Вот это низ. Здесь пришлось немножко подрезать. Все, вот так, такой угол у нас будет скатывание. Сейчас покажу, кстати, сколько угол скатывания. Так, угол скатывания 7,5 сантиметров. Это я нашел в литературе и сделал такой же. Предварительно я просверлил отверстие, вот, чтобы саморезы туда проходили. И в этой тоже. Вот одну сторону прикрутил просто саморезами. Сейчас поставлю боковую вот сюда. Вот так будет стоять. А третью уже не получится. Там придется брусочек стоять. Вот это будет боковая. Здесь я разметил. Видите, линия. Здесь отверстие для саморезов. Вот я заднюю часть начинаю делать. Сейчас еще вот сюда третью поставлю. Вот так собрал. Сейчас вот сюда прикручу. Это для верха. Сюда и сюда. Ну и вверх буду прикручивать. Вот так вот сделали. Осталось переднюю часть сделать. Куры уже орут, хотят быстрее нестись. Вот так вот закрепил. Сейчас буду прикручивать лицевую сторону. И вот здесь будет у меня вентиляция. Очередной этап закончен. Осталось сделать крышечку. Сюда. Чтобы доставать яйца. И здесь сделать отверстие, чтобы курочки туда заходили. Вот одно отверстие болгаркой сделал. Можно было по-другому, но болгарка мне проще была. Все дымится.
И диск у болгарки, кстати, тоже весь грязный теперь. Вот, вырезаю вторую часть, все дымится. Ну, это просто из-за диска. Все выпилил. Остался заключительный этап. Сейчас покажу вам размеры. 62,5. На 31. И высота. И высота 56. Размер одной. Этот размер 21. На 25. Вот курочка у нас уже сидит одна. Здесь я постелил войлоком, чтобы чистить. Что курицы все равно в туалет могут сходить внутри. Войлок достал, почистил все. А если просто оставить, то тогда там потом придется по-другому убирать. Ну, вместо войлока можно хоть что положить. Вот. Курочка снеслась. Все. Второе яичко. Яйца целые. Ничего им не будет. Такой угол наклона нормальный. Угол наклона.